На 5 дней Сайрам-Угамский национальный парк превратится в площадку фестиваля «Этно-арт-фест». 15 августа на его территории раскинется ремесленный городок, площадка для национальных игр и национальной кухни. Представители культурных центров области создадут неподражаемый национальный колорит казахского народа. Такой фестиваль пройдет в нашем регионе впервые. Мы забываем, что событийный туризм в нашем регионе мало развивается, поэтому это уникальное мероприятие, да, где имеет место назвать событийный туризм, где можно показать всю возможность туристского потенциала, всю природу, всю красоту нашей природы, все наши горы, где можно ознакомить всех наших гостей, также горожан, с красотами этих гор, с природой, прививать любовь. Участников фестиваля ждут прогулки по живописному ущелью, подъем к горному озеру и спортивный забег в гору – скайранинг. Организаторы надеются изменить представление казахстанцев об отдыхе на природе. Ну, ни для кого не секрет, что у нас люди отдыхают определенным образом. Потому что человек, который не знаком с горами, он не может себе позволить ни пройти какие-то маршруты, ни посмотреть какие-то места. То есть он где-то возле речки находится, и то есть больше все. Такие мероприятия позволят людям, допустим, организованно, с квалифицированными инструкторами, то есть в безопасности, так скажем, пройти маршруты, то есть квалифицированные, возможно, там единичка Б, то есть то, что они не могут сделать без инструкторов. В этногородок все желающие могут отправиться уже 15 августа. В 10 часов утра возле торгового центра «Имран» будет ждать автобус. Любители необычно провести время могут добраться до места и на своем транспорте. Участникам фестиваля необходимо лишь оплатить вход в Сайрам-Угамский национальный парк.